С нами сегодня актриса Камаловского театра, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Татарстана, лауреат государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая Наиля Гараева. Татарский театр, он в корне он народный театр. Это в природе нашего народа заложена игра. Театр – это моя семья, это моя вторая семья, это мой дом, это моя жизнь, сложная жизнь.